На свадьбу подарок валялся разбитый. Хрустальная ваза с каймой золотой. В шкафу беспорядок и дверцы открыты. И старые платья лежали горой. Легенда о хрустальной вазе, рассказанная дедом, сидевшим еще со сталинских времен, легла в основу одноименной песни. Эта композиция пережила два сокращения текста и три переделки аранжировки. Первый вариант был записан в Новокузнецке в подвале, второй — через 10 лет в Москве и, по злой иронии судьбы, тоже в подвале. В сталинском доме на Войковской. Недаром говорят, история повторяется дважды. Первый раз в виде трагедии, а второй в виде фарса. Иван, когда вспоминает, добавляет: только крысы там были не такие наглые, как здесь. Не трогал их, прикармливал. А когда магистраль порвала, смылись подлые. На самом деле они его спасли. Перед тем, как труба лопнула, они визжали и прыгали по лежанке, где он спал, будили его. Иван проснулся, встал и, главное, сунул голые ноги в ботинки, а когда хлынула вода, успел выдернуть переноски на полу и обесточить подвал. Магистраль горячей воды, не шутки, затопила мгновенно. Парки, питоки, полная темень. Иван понял, что аппаратуру спасти не успеет. Схватил клетку с голубем и выбрался на улицу. А идти-то некуда. Ночь, снег, мороз. Предновогодняя Москва. Пошел Иван к телефону-автомату. Позвонил в ЖЭК, объяснил ситуацию. Веселая девушка на другом конце спросила: «Ваша фамилия, имя, отчество?» «Кучин Иван Леонидович». «Из какой вы квартиры?» «Из Нижней». «Из какой Нижней, конкретнее?» «Из подвала». «Знаете, что мы от кого попало, заявки не принимаем». И повесила трубку. Иван вернулся назад. Внизу пар и кипяток, вверху снег и мороз. Так и маялся между на пару с голубем. Как мог, поудобнее устроился на середине лестницы, обнял клетку и задремал. Клетка выскочила из руки, из голубя чуть не получился бройлер на решетке. Кипяток был уже у ног. «К утру сам сваришься», — подумал Иван. «Надо капитулировать». Поднялся Иван на верхний этаж, хотел на чердак, да двери заперты. Собрал половички от соседских дверей, только хотел прилечь в уголке. Тут голубь расшумелся. «Тихо ты», — сказал ему Иван, — «соседей разбудишь». А он, знай, машет здоровым крылом, да грудью бьется. Иван кое-как его успокоил, да заснул с устатку. И приснился Ивану страшный сон. Гонится за ним черное прошлое, воронок, наручники, милиция. «Гражданин, ваши документы!» Проснулся он, смотрит, и вправду милиция. Полез Иван в штанину. «Медленно!» Патруль ощерился дулами автоматов. Сержант, не снимая пальца с курка, свободной рукой взял документ. «Ого! Паспорт гражданина СССР!» Сержант аж присвистнул. «Выданный Бурятской социалистической республикой.
Ну, красавец, да еще и прописки никакой, кроме украинской. И то выписан в 81-м году. Пакуйте его. А с голубем что? Тоже вещдок. Может, с квартиры какой? Сержант стукнул в двери. Это вы звонили? За дверью шорох. Да, мы. Спасибо за бдительность, граждане. Спокойной ночи. Привезли Ивана в отделение. Дело обычное. Поступил сигнал от жильцов. Среагировали. Дежурный принял. Утром разберемся. На нарах в обезьяннике Иван наконец-то заснул по-человечески. Утром сняли отпечатки, просмотрели по приметам. Клетка с голубем в розыске не числилась. И уже хотели было отпускать, но один молодой да дотошный решил пробить по базе. Сел Иван, обхватил голову руками. Черное прошлое догнало его. Вор-рецидивист, четырежды судимый. Освобожден по концу срока со строгого режима. В колонии характеризуется отрицательно. Склонен к побегу. Молодой да дотошный подошел к обезьяннику, присел на корточки. Добро пожаловать домой, голубчик. Висяков на вешалке много. Подберем что-нибудь. Приехало начальство. Ивана отконвоировали в кабинет. За столом седой мужчина в штатском. Сухо сказал. «Садись, ты кто?» «Человек», — ответил Иван, глядя прямо в глаза. «Справка об освобождении?» Иван подал. Седой долго читал, потом спросил. «Что по всему этому пояснишь?» Иван ответил. «Забыто, как страшный сон». «Да ну!» Седой сверлил Ивана глазами. «А чем промышляешь?» «Музыкой». Иван понимал глупость ответа, но сказал так, что сам поверил в это. Седой помолчал, потом спросил. «Чем докажешь?» Иван назвал несколько песен, в том числе и «Хрустальную вазу». «Хрустальная ваза? Тот самый Кучин? Так что же ты мне тут?» Прошел час. Седой под конец сказал. «Все, свободен. Для моей конторы ты отстрелянный патрон. Если в первый год не сел, то уже не сядешь. Если что, обращайся, чем могу, помогу». Ивану отдали клетку с голубем, вернули паспорт несуществующего государства, и он пошел по Москве, помахивая клеткой, да приговаривая. «Курица не птица, голубь не петух. Теперь и ты, братка, стал пернатым арестантом». Голубь нахохлился, и Иван добавил. «Ладно, ладно, порядочным арестантом». Вернулся Иван в подвал, а воз и ныне там. Пошел Иван к тому человеку, который разрешил пожить в его подвале. Человек тот был большой ценитель авторской песни, учредитель бардовского сообщества. И Иван очень гордился, что он ему доверил записывать в этом подвале самого Александра Городницкого. Пришел Иван. За дверью музыка. «Неудобно», — подумал он. «Там, может, гости. Люди отдыхают, а тут ты с калешным голубем в клетке». Но делать нечего, постучал. Объяснил суть. Хозяин, конечно, позвонил в ЖЭК и сжалился над Иваном. Дал болотные сапоги. Было воскресенье.
и ремонтники приехали только в понедельник. Включили фонари, перекрыли воду и начали работать. Иван не догадался сорвать афишу со стены, и его узнали. Под конец работы старший не удержался и, кивнув на весь нехитрый житейский скарб, спросил: «Ты живешь здесь?» Иван кивнул. «А что не дома? С женой поругался?» Старший, понимающе улыбнулся. Иван улыбнулся тоже. «У меня нет дома». Старший почесал затылок. «Как это? Дома нет? Что-то в голове не укладывается. Надо похмелиться. Выпьешь с нами?» Иван сказал: «Выпью». И сидели мужики до полночи, да за жизнь говорили. Старший все сокрушался. «Ну как так можно жить? Ни ванны, ни туалета». На следующий день пришла грузовая машина. Старший улыбается: «А я сегодня тоже ночевал в чулане. Жена не поверила, где был. Заноси, ребята». И рабочие внесли шикарную ванну. «Вот презент». Старший оглянулся на всех. «От меня, от мужиков. У одной шишки меняли. Не брезгуй, новая. Еще раковина и унитаз с биде. Хотел себе поставить, да ладно уж. Проведем подводку, канализацию. Все по-людски, по-человечески сделаем. Обмывать будем?» Иван сказал: «Будем. А биде зачем?» Старший смеется: «Для комплекту. Мы же от души, денег не надо. Подпишешь диск, да и дело с концом». А рабочий, что принес биде, добавил: «Каждому». И сидели опять мужики. Когда еще так посидишь? Жизнь-то вон какая. Стали собираться. Иван достал большую коробку, а диски-то и вывалились. «Сами в руки просятся. Налетай, братва». Из трех альбомов, что были выпущены к тому времени, все выбрали один и тот же — «Хрустальную вазу». Рабочие уехали. Иван решил устроить банный день, праздничный ужин на две персоны. Хватился, а птичий корм, оставленный на полу, превратился в кашу. Пошел Иван за провиантом, вышел из подвала. Красота! Сталинский дом очерчен гирляндами, в окнах свет. У единственной работающей продуктовой лавки была небольшая очередь. Иван купил голубю пшена, себе макарон да банку тушенки. Пошел назад. Возле ювелирного магазина, где он прошлым летом подобрал раненого голубя, поставили небольшую елочку и усыпали ее какими-то яркими светящимися нитями. «Ух ты!» Иван остановился. «Я таких и не видел». Он долго смотрел на мерцание невиданных огней, на волшебное сияние чего-то неизвестного и еще непознанного в жизни. Вдруг кто-то мяукнул. Из-под елки выбралась бродячая кошка, без одного глаза, но зато трехцветная. «Ну вот», — подумал Иван, — «праздничный ужин придется делить на троих». Наступил Новый год. Иван налил себе полстакана водки и выпил за того деда с сибирского этапа,
который не только легенду о хрустальной вазе рассказал, но и махоркой поделился, да жизни подучил. «Где же ты сейчас, бедолаг?» — подумал Иван. «Жив ли, нет ли? Я б тебе полный налил. С Новым годом тебя!»